Пожалуйста, мучает вопрос. Всегда говорили бороться со страхами, многоложники страхов. На заседании РТИ вы говорили про гадание на кубиках и рунах. Как побороть страх? Очень приобрести, чтобы лежал не хочу. Но боюсь гадалок, аж потели руки и ноги. Надеюсь, мой вопрос будет интересен другим присутствующим. Спасибо большое за помощь. Помните, я говорил на первой ступени школы Кайлас? Любой страх, он преодолевается действием. Поэтому, если вам страшно, сделайте это. Если будете многочисленно бороться страхом действием, то страхов никогда не будет. Танцуйте. Страшно вам, нажимайте кнопку и танцуйте и поете. Когда страшно, нужно петь и танцевать. Делать какие-либо движения. Приседать, ходить и бегать и потеть. Тем самым вы избавитесь от страхов. Не бойтесь. Страх является кармой. Я считаю, что карма — это страх. Поэтому, когда вам страшно, знайте, вы проживаете жизнь, которую вам создала судьба. И она... даже не судьба, а карма ваших родителей. И она, наверное, будет такой же, как у ваших родителей. Завод, сетро и бабушка Люба. Ну а если хотите, чтобы был муж, хороший дом и так далее, то вам необходимо преодолевать страхи. Помните, каждый человек, который является хоть бандитом, хоть правильно зарабатывающим деньги человеком, хоть каким-либо финансово состоявшимся человеком, этот человек всегда борется со страхами. Страхи перед законом, страхи перед страной, страхи перед людьми. Страхи кому-то показаться дураком, страхи еще какие-то, все всего боятся. И те люди, которые побеждают, и у них больше страхов, но они их преодолевают раз за разом, у этих людей шансов быть богатыми очень много. Правда, сначала преодолеть страх, потом даются возможности, а потом инским образом, то есть получая наслаждение, удовольствие, создавая процессы радости, чувств радостных, мы можем добиваться очень многого. Но тот, кто в теме, тот поймет то, что я говорю. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, можно ли выбрасывать старые подушки? Да. Скажите, на мастер-классе в Занзибаре вы говорили о методе одеяла, нужно ли накрывать его с головой? Заранее спасибо. Да, нужно накрывать себя с головой, пожалуйста.